Как избежать блокировку чата? Разберем распространенные нарушения по пункту 1.2. Данное сообщение может быть расценено как флут. Флут в каналах поиска клана, турнир, взвода и тренировочные комнаты. 90% игроков отлетают в бан именно по этой причине. Как правило, нарушители – те игроки, которые превысили максимальное количество сообщений. Думаю, часто все видели предупреждения от модераторов такого характера. Напоминаю, что набор в клан, взвод, турнирные команды производятся в соответствующих каналах не более одного раза в 5 минут. Иными словами, взвод вы должны искать в канале «Поиск взвода», там же и тренировочные комнаты. Кланы в канале «Поиск клана». Турниры в канале «Поиск турнирной команды». Допустим, вы отправляете свое сообщение о поиске в неподходящий канал. Вам тут же прилетает ответка, что вы ошиблись каналом. Но если вы это проигнорируете и отправите второй раз, вам грозит бан. Если модератор не заметил этого, я вам скажу, что вы счастливчик и вам очень повезло. Сроки бана не указываются, только те, кого забанили, будут знать насколько. И спрашивать в чате, а насколько по времени дается бан, бессмысленно. Даже не пытайтесь, вам не ответят. Напоминаю, поиск один раз в 5 минут. Другие причины бана – это такие, как дробление и капслок. Многие не знали, но хочу вам сказать, если в слове будет указана одна и та же буква либо цифра 5 раз и более, вы получите бан либо предупреждение. Остальные все ваши личные сообщения с игроками обсуждать в личке считается в топ, не по теме. Вы не одни, игроков много. Уважайте себя и других. С вами был Немороси. Желаю вам крепких нервов, достойных союзников и отличных боев. До скорого!